Расскажи мне о корпусах для бомб. У меня есть особая клейкая смола. Мой дядя Кемаль был от нее в восторге. Во время конфликта Баезида с Венецией он как раз служил капитаном на Атаманском флоте. Он любил такие бомбы, потому что они прилипали почти к любой поверхности. В том конфликте я потерял друзей. И мы тоже, Эцио. Поэтому-то я и стал ассасином. Ненавижу, когда наши лидеры возводят барьеры между людьми. Война ради мира. Какая грустная ирония. Это всегда ирония, да. Может, когда-то она будет не грустная. Осторожнее с этим. Прямо на дух. Ах, проклятие. Вот кто-то. Рыба-конфузия. Отвод.